Всем доброе утро, всем привет. У нас уже вторые сутки морозец. На улице сейчас 36. Хорошо, холодно, хоть ветра нет. Небо звездное, но не видно. А, одну видать. Холодно. Такой температуре топлю на 65, дома 23-24 сверху, 25 надо же, 65 больше я не ставлю. Вчера в 6 вечера загружал 3 ведерка больших, с половинкой вот вошло, больше не вошло. Циклы ворошения я тоже переделал, время у нас 4:30 доходит, ну встаю рано, сейчас покажу настройки свои новые. . 60 секунд, 300 секунд и всего оставил 2 цикла, больше не требуется. Если он 2 цикла проработал, и он просто встает в ожидание, в чем, говорится, и удобно. Температуру ставлю я на ворошилку так же, как на котле, стоит она на 65. А еще мне там писали, правда, по другой ролик, что у меня дымогазы высокие. Вот. Сейчас покажу горение. Вот котел, получается, у нас уже 11 часов работает. Он, скорее всего, еще ни разу не ворошился. Потому что он где-то часов до 12 вообще не ворошится. Вот. Горение. Так, сейчас покажу дымогазы. Это у него, кстати, не стоп, он приоткрытый чуть-чуть, потому как золы много. Ну, температура упадет до 65, 1,5 градуса еще ниже. И он проворошится, температура будет в районе там около 70. А вот дымогазы. Вот. 140 градусов всего. Ну, дымоход трогать-то. Он горячий, но не сильно. Так, ну так отлично, топится самостоятельно, подходов в котлу минимум. Глазок я закрываю, не оставляю. И, кстати, котел вот нынче еще пока ни разу не пыхтел вообще. Ну что, пока только первые морозы пришли, такие-то довольно-таки сильные. А так у нас было там 20-20 небольшим. По прогнозу должно было быть потепление еще вчера вечером до 24, но синоптики у нас, как всегда, чуть-чуть обманывают. Все, пойду домой. Попозже догружу, когда топится. А так, вчера по такой погоде я загружал 3 ведра всего больших, 20-литровых ведра. Ну, оно мятое там, ну, оно 20-литровое. Он протопился на них, получается, 15 часов. Ну, грубо, 5 часов ведро вот такой вот. Площадь у меня сейчас в районе 210 квадратов всего отапливается. Система 300 литров, ну, для тех, кто впервые на канале. Система у меня на одном насосе. 5 контуров, но сейчас работает 4 контура. У нас первый, второй этаж, гараж и горячая вода. Так, ну все, иду домой. Вот такой, говорится, коротенький обзор. Кстати, вот перенастроил ворошилку так получше. Плюс еще в том, что он за 2 раза протряхивает, и золы горячие в зольнике не будет вообще. Когда стояло 4 цикла, он вытряхивал все уже. Там даже на растопку вообще не оставалось ничего. Так, ну все. Всем еще раз доброе утро. Всем пока.